Всем привет! На канале Spider TV, и сегодня у нас будет кормление пауков. Да, каких-нибудь, ну, возможно, многих, но, наверное, стеодот некоторых и тигенарий. Но стеодот вообще точно не факт, потому что многие стеодоты у меня сыты, а вот тигенарии, многие из них немного подголодают. Так, сейчас первым покормим вот эту тигенарию. Так, сейчас отберу для нее. Так, вот, смотрите, я думаю, этого за фобсы нормально будет. Ждем. Что-то эта тигенария, видимо, есть не совсем хочет. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Пойдем дальше. Дальше у нас тоже еще одна тигенария. Так. Она даже вон вылезла. Ну, что-то, походу, и она есть не хочет. Хотя по брюшку вроде она не голодная. Брюшко-то у нее небольшое. Ладно, заглянем потом. Дальше мы можем еще покормить вот эту вот тигенарию, потому что тигенарий у меня голодный много. Конечно, не сильно, но многих мы можем покормить. Так, берем, кидаем и смотрим. Что-то этот тоже отказывается. Ну, вообще мы можем сделать небольшую остановку и попробовать покормить стеодот. Да, потому что стеодот у меня тут тоже голодный есть. Вот это вот, кстати, уже третий кокон. Да. Вот столько они коконов плетут. О! А из этого кокона уже вон паучата, смотрите, появились. Вот они маленькие. Это, ребят, стеододы. Смотрите. Они слишком маленькие. Камера не фокусирует. Вот они. Ну, я думаю, вы и так поняли, что они здесь есть. А там... Ну, ладно. Тогда возьмем и попробуем покормить вот этого вот. Так, ребят, yes. Это есть, согласилась. Вон, смотрите. Все, она уже заматывает его. Ну, пока это заматывает, мы сейчас будем кормить вторую стеодоту. Вот она. Так, угу. А вторая поест? Интересно. Ой, ребят, надо этих маленьких закрыть, а то они уже разбегаются вон. Ну, вторая что-то есть вроде не хочет. Ну, ладно. Так. Дальше у нас есть стеодота гросса черная. Довольно тоже несытая. Про сытость... Я бы не сказал. Ее вам, наверное, не видно. А вот мне видно ее брюшко. Ага, вон. Типа вернула. Вам ее не видно, да. Сейчас вам покажу по-другому немного.
Смотрите, видите? Ладно, видите, я не вижу, что там видно. Ну ладно, идем дальше. Так, а дальше у нас кто? А дальше у нас мы можем еще покормить, попробовать вот этого вот. Хотя не факт, что он есть будет, так как брюшко у него и так уже очень толстое. Сейчас его откроем. Так, все, вот это брал для нее. Нашел. Закинул, пока ждем. Ну, есть он не хочет. К сожалению. А вот этот вот паучок. Чуть ли... Ну, у него, во-первых, мало паутины. Во-вторых, он есть, возможно, может не хотеть. Из-за по нескольким причинам. Ну, тогда, наверное, попробуем покормить нашего последнего паука. Хотя мы можем еще попробовать вон того вон покормить. Сначала вот этого вот. Ждем. Так, ребята, наверное, вам тяжело. Угу. Это вроде не откажется пока. Испугался. Сейчас я вам покажу, когда будут происходить какие-нибудь интересные действия. Что-то вроде есть, он не хочет. Ну да. Ну ладно, подведем итоги, кто у нас поел. Так, этот не поела, но вот это вот вроде ест. Этот тоже отказался. Ага, а вон тот, по-моему... Да, он держит в зубах. У этого вообще он убежал. И у этого. А вот этот вот, погодите, что-то он тут делает. Ну, он тоже в любом случае не поел. Ну все. Вы были на канале Spider TV. Мы вроде покормили тех, кого могли. Я вам показал паучат появившихся. И все. Всем пока.